что, будем завтракать? У нас тут три кота, три хвоста по карусели идет. Это они смотрят, ничего не знаю. Да? Пьем чай, едим бутербродики с колбаской, помидорки, огурчики. Огурцы вот так вот мы любим с солькой. Натечек и потом потереть друг об друга. Сейчас уже без 15:09, я заправила везде постель, кровати, постели, в общем, неважно. Ой, что-то сидит тут у нас на шторке. Вот, и купила вчера грудинку. Вот такую вот. 345, что ли, рублей килограмм стоило, или 375, я уж точно не помню. Вот, замачивала еще горошек. Так что сейчас суп будет гороховый вариться у меня. В мультиварке. Так, я, в общем-то, порезала грудинку и при этом, как я ее начала резать, поставила разогреваться на режим жарки мультиварку. Так что сейчас она немножечко вот уже разогревается. Буду сюда добавлять грудинку и пока буду резать лук и морковку. Вот, добавила этот лук. Для жарки теперь, в общем, будет сначала зажарочка готовиться в мультиварке. А я пока тем временем почищу картошку. Получается добавлять сюда картошку, воду и горох. Ну и солить, перчить, естественно. Вот, в общем-то, все сюда уже добавила. И горох промыла хорошо сюда, и картошки нарезала. Сейчас еще немножечко посолю, поперчу. И все, включаю на режим суп. У меня это час. И будет все здесь час готовиться. Женька тут обрезает виноградик. Чуть-чуть. Ну да, они уже торчат. Надо нам, зайка, заняться, лавочки здесь сделать, да, две штучки, и столик. А то, глянь, эта лавка уже вот какая-то ножка даже прогнила. Дрова будем тогда. Ну да. Где? Мама, картошка, смотри, хочет закинуть сюда, смотри. Он туда улетел, мяч, мама, смотри. На батут улетел мяч. Он перекинул его, потом опять отсюда перекинул его на огород. Да? Отсюда что? Ой, а там жерделки не попадали, вы не кушали? Я вчера пробовала. Гляньте там сколько. Ух, уже жара, да, начинается? Ага. Там жерделки есть в этом году. Что там есть? Янту, Фанасию дашь чуть-чуть? Косточку только выкини, хорошо? Жерделка, вот, Антоша ж тебе дал жерделку. Жерделя. А где жерделка? Ну, упала, больше не упала? Желтенькая. А я потеть начинаю, а я вот мою навес, в общем, прыгаю на лестницу. И сразу видно желоба мою, в общем, все сначала мою от пыли, а потом отдельно буду стекла натирать. Так, ну что, мы даже успели поспать в обед, да, мой скелетончик? Скажи, ты спал? Антон Сергеевич. Он Антон Сергеевич. Мама, он не спал, он там лежал, я это знаю. Зоечка тоже у нас спала. Ты спала, Зоя? Мама, а Фоня поспал. Спал. Ну, что ты? Чай. Чаю? Что ты тут делаешь, сына? В лего играешь? Чай. Лего-хата. Лего-хата? Сейчас. Кроватка. Угу. Окошко также. Крылечко. Это доска, чтобы спускаться. Спустился, пошел. Это дом этого ручья. Ручье угу. Так течет. Вот здесь. А дом стоит маленький какой-нибудь ручеек поставить. Потом пошел и пошел туда. Интересно. И окошко так же сделал. Малина. Где малина? Вот. А как ее кушать? А так. Так кушать? А так. А так? Да. Давайте будем собирать малинку, да? А
Зоенька, аккуратно. Ну, ты не поднимай, потому что там крапива растет, хорошо? Мы сейчас с мамой будем собирать мне малину, потому что мы ее уже сколько дней не собирали, да? Собрали малинку с мамой. И у мамы также полведерка маленьких, да? И, в общем, идем теперь это. К закату уже солнышко садится. Как красиво, да? Пуля, что тут такое за крики у нас? Мы здесь играем в волка. Мы здесь играем. Волка? Мы играем про волки. Им надо сбежать. Смотри, привет, они сюда. Мама, выбота, мама. Мама, Зоя одна, которая ничего не понимает тут. Я сейчас еду в магазин за этим. Зачем? В общем, нам же завтра на природу ехать с карате. И мы сдавали деньги на мясо. Вот Сюженя как раз шашлык замариновал. На что еще сдавали деньги? Там вход, там пикник-клаб называется место, куда мы едем, в Красносельске находится. Буквально 10 минут езды от нашей станицы. И решили, что на шашлык, на пиццу, чтобы детям в пиццерии там в Красносельске заказать, сдали деньги, а взять с собой, ну, как бы то, что мы бы взяли с собой на природу. В общем, какие-то такие мелкие закусочки. Так что сейчас пойду что-то куплю, в общем, что-то буду сочинять на ходу. Я сейчас быстренько в магазин съезжу. Пап, ты, может, их... Нет, чипсов я не куплю, мороженое куплю, да, наверное? Пап, ты будешь? Тебе какое мороженое? Или сникерсы тебе? А? Сникерсы тебе? Какую купишь? Мама! Тогда ты, может, их тогда в душе обмой, хорошо? Там теплая вода, очень даже. Я сейчас мылась. Так это. Всех обмывай. За Юнечка, поднимайся. Травка, отцепляй травка, в принципе. Мама, а можно? Это как его? Что? Блять. Мороженое, какое купишь, я выберу его. А почему ты приемлешь? Зая, чипсы у тебя были, ну не надо, столько этой химии есть. Пожалуйста. 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 Гриш. Вот я, пожалуйста, и ты пожалуйста. Тяпку так не нужно держать. Клубничная с начинкой. Вода давала. Аллилуйя. Давайте. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, Григорий, положи это. Где шоколад? Мое. Давайте я сейчас достану, и вы посмотрите разное. Я вот это. Давай. Помогите, она растаяла. Молодец. Она не растаяла. Иди, я Сережа тебе хорошо открою. Помогите. Дашь тебе помогать? А что надо сказать? Пожалуйста. Иди, папа открывает. Мама сейчас все по холодильнику здесь разложит. Так, у нас сейчас супер поздний ужин. Сереженечка приготовил мяско и макарошки. Стелиться. Да, уже даже начали стелиться. Детки сегодня тут. Поспят, как Сына, аккуратнее, ладно? А, больно. Не больно? Даже включили кондиционер, потому что оно очень душно. Прям невозможно. Да? Так, садитесь кушать. All the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.